Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня у нас Super Ultra HD телевизор LG 65SK 8100 2018 года выпуска. Модель относится к средней ценовой категории среди топовой линейки LG. Список актуальных цен на сегодняшний день вы можете узнать по ссылкам в описании. Диагональ экрана 65 дюймов, разрешение Super Ultra HD 3840 на 2160, подсветка Edge LED, глубина матрицы 10 бит, частота обновления 120 Гц, захватывающие цвета с технологией NanoCell. В модели SK 8100 с технологией NanoCell использованы наночастицы, повышающие качество передачи всех цветов. Эта новейшая технология позволяет воспроизводить полный спектр цветов, благодаря чему картинка выглядит по-настоящему реалистично. Наночастицы поглощают цветовые волны избыточной длины, благодаря чему цвета не смешиваются при выводе на экран, а остаются чистыми и яркими. Данная модель использует интеллектуальный процессор Alpha 7. Эксклюзивная технология обработки телевизора обеспечивает яркую палитру и глубокие детали по мере того, как все на экране оживает. Высокоточный процесс шумоподавления интеллектуального процессора Alpha 7 сокращает зернистость и цифровой шум, делая картинку еще более четкой. Уникальный усилитель детализации изображения интеллектуального процессора Alpha 7 проводит анализ картинки для повышения коэффициента контрастности. Широкий цветовой спектр интеллектуального процессора Alpha 7 позволяет отображать самые яркие и насыщенные цвета. Телевизор оснащен технологией Cinema HDR, который поддерживает большинство форматов HDR, в точности передает замысел режиссера. Наслаждайтесь изображением в кинематографическом качестве у себя дома с контентом в формате Dolby Vision, Advanced HDR от Technicolor, HDR10 Pro и HLG Pro. Плавная и быстрая игра в формате 4K HDR обеспечивает исключительное быстродействие и мгновенную реакцию на действия игрока. Данная модель также поддерживает игры в формате 4K HDR с кинематографическим изображением для полного погружения в атмосферу игры. И завершает впечатление от игрового процесса мощный и динамичный звук с технологией Dolby Atmos. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра Super Ultra HD контента с данной модели телевизора — 274 см. Безграничный киноэкран. С любой стороны телевизор выглядит элегантно и благодаря бесшовному дизайну и узкой рамке будет служить потрясающим киноэкраном. Размеры телевизора — 146 см в ширину, 84 см в высоту, толщина — 6,4 см, вес — 24,5 кг, цвет — серебристый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать. В комплекте предусмотрено крепление веса 300 на 300. На задней панели расположены стандартные разъемы. Один линейный выход, совмещен с выходом для наушников. Один выход для наушников 3,5 мм. Два HDMI 2.0. Два USB 2.0. Один разъем для локальной сети. Два входа антенны. Один для обычной и один для спутниковой. Присутствует один оптический аудиовыход, Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. На боковой панели расположены один USB 2.0, два HDMI 2.0, один слот CI Plus 1.4. Модель поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Операционная система WebOS 4.0. Данный телевизор оснащен искусственным интеллектом. Технология распознавания речи облегчает доступ к контенту и сервисам. Теперь искать их стало намного проще. Телевизор слушает ваш запрос и обдумывает ответ на него. Телевизор выключается, когда заканчивается ТВ-передача. Устанавливайте точное время выключения телевизора, а если попросите, он выключится по окончании передачи. По вашей просьбе телевизор может предоставить прогноз погоды для тех мест, куда вы отправляетесь путешествовать. Просто задайте вопрос, он быстро найдет на него ответ. Теперь не нужно листать сотни ненужных каналов в поисках своих любимых. Теперь просто вслух попросите найти необходимый вам контент. Включить приложение Ivi на LG Smart TV стало как никогда просто. Теперь для этого есть отдельная кнопка на пульте вашего телевизора. С приложением Ivi вам станут доступны огромная библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов, классические хиты и последние новинки проката. Выходная мощность 20 Вт, 2 по 10 Вт динамика, направленных вниз.
Телевизор оснащен звуковой системой Dolby Surround, Ultra Surround и технологией Dolby Atmos. Звук, как в кинотеатре, у вас дома. Она создает мощный движущийся звук, который будто окружает вас со всех сторон, простирается над вами, реалистично передавая движение каждого объекта. В сочетании с Dolby Vision эта технология позволит вам ощутить себя в центре событий, словно в зале кинотеатра. Телевизор можно использовать как Bluetooth-колонку, и также вы можете подключить наушники и слушать звук с телевизора. Я проанализировал отзывы реальных пользователей, но выяснилось, что в интернете их не так много, всего 3. Давайте посмотрим, на что жалуются пользователи. Переплата за 100 Гц при HDMI 2.0. Twitch отсутствует. При просмотре его с браузера может выкинуть с ошибкой нехватка памяти. Пришлось ставить Fork Player. Мало приложений. Я стараюсь быть объективным, поэтому расскажу вам не только об отрицательных сторонах, но и о положительных. Давайте перейдем к хорошему. Качество картинки просто отличное. Телевизор очень шустрый. Обалденное 4К разрешение. Футбол лучше, чем на стадионе. Плюс кино в таком качестве, что ужастики реально пугают. Кажется, что они сейчас как из окна в дом полезут. Не вылетает из браузера в режиме онлайн при просмотре фильмов в приложениях из-за недостатка внутренней памяти. Удобный пульт указка, который вас понимает. С жесткого диска читает все форматы. WebOS работает отлично. Быстрое и понятное меню. Много всяких удобных приложений. Хороший, чистый звук. Спасибо за просмотр. Надеюсь, я помог вам сделать правильный выбор.